Мне было 7, когда отец за руку привел меня в секцию дзюдо. Я с восхищением смотрел на спортсменов, которые синхронно выполняли упражнения в белоснежных кимоно. Впервые ступив на татами, я заболел этим спортом. Да, было непросто. Руками тяни, ноги наворачивай. Ноги наворачивай уже в цель. Руками тяни, ноги тяни. Мне не хватало терпения. Скорее хотелось добиться результата. В такие моменты важна поддержка. И она у меня была. Спорт заразителен. Но порой меня посещали мысли, что это не мое. Я отгонял их прочь и снова продолжал бороться со своей неуверенностью. Отжимай! Бороться за свою мечту. Я хотел сдаться. Но отец говорил мне: «Никогда не теряй терпения. Это последний ключ, открывающий двери». И с годами я понял, что главная победа не на татами, а в душе. Я победил свои страхи. Дзюдо — это не просто спорт. Дзюдо — это философия, путь к пониманию жизни. И в каждом своем ученике я вижу этот путь. Федерация дзюдо Приморского края продолжает традиции.